здесь светюлечки. Вот это вот все конфетки. Yeah. Thank you. Вот мне дали вот такую вот стрижку, как будто бы я тоже одна из них. Теперь я теперь своя. И вот такая штучка, которая тоже будет сверкать. Сейчас я ее натяну ручку. Черные презервативы обязательно возьму. Вот такой презерватив возьму, конфетку возьму. И вот, excuse me. I'm sorry. Такую штучку возьму, чтобы писать на ней. Опять-таки, это же все с этими связано. И календарик надо взять один. Thank you. Короче, набралась всего. Календарей набралась, светилок, светюшек. Вот опять тут тоже все раздают. Телефона была, а вот такой обрубленный, без ног, без рук мальчик. Бедный, от такой жизни. А вот какая красотка женщина. Ух, или это мужчина? Ух ты, это журналы. Папики, это бесплатные журналы, я тоже возьму домой, буду мужу покажу. Я не знаю, это женщина или мужчина? Похоже на мужчину. И все в трусиках, такие хорошенькие. Штучек. Еще раз здравствуйте. Сейчас уже день, потому что сейчас около, наверное, второй час дня. И вот я все еще гуляю среди голубеньких. Вот они дают бесплатные эти штучки. Thank you. Что там внутри? Тоже какие-то штуки. Ну, это все мальчики, девочки. Вот это тоже можно взять бесплатно. Что это такое? Это Dream. Бесплатно. Вот такие штучки вот дают для ключей. Розовый и желтый презерватив. Я их тоже возьму. Так. Thank you. Вот они. Желтый и розовый презерватив. Так, вот это вот путешествие. Вот это вот. Это путешествие, куда можно поехать. Я так понимаю, что да не надо ехать на туда, на Карибы. Написали книгу, по всей видимости, они и продают. I'm good. What is it? For what? We don't know yet. Feel free to take one. If you have one. For what? Thank you. Hi. Ой, мужчины такие красивые, ёлки-палки. Вот то же самое с такими. Классно сделали. Они соединили все это в три штуки. Замечательно. Хорошая идейка. Так, что у нас здесь мальчики делают? Или девочки? Они что-то там считывают код. Считал код, и теперь он получит спиртное. Продажи. Класс.
представили здесь все. А ты в шляпе стоит хорошенький. Хай. Вот тут можно попробовать. Берешь такую штучечку. Can I try? Thank you. И вот я могу попробовать вот это что? Tomato. Это бейкон. Вот я сейчас попробую бейкон. Так, вот тут что-то еще раздают. Я сейчас тоже себе возьму. Can I get one? Две штучки, не знаю, что это такое. На ключи. Вегас. Как будто я побывала в Вегасе. Такой классный. Так, черешенку спереть? Или они не настоящие? Hi! Is it real? I'm sorry, no, they're not. You know, just try it. Broke your teeth. Looks like real. Ладно, я попью, что это такое. Я не знаю, что это такое. Это free sample. Попью, что это такое. Бинг. Ой, вкусно какое. Ah, tastes so good. Yes, it is good. It's energetic. Your body like it. Energetic? Yes, it's a healthy energy drink. Wow, thank you. Yeah, definitely. And actually... А черешня пластмассовая. Так, ладно. Вегас. Ну что, поехали в Вегас. Какой халюй. Вот. Самое главное не показал. Самое главное спрятал. Что ты? Окей. Что мне тут можно? Ки-Вест, Ки-Вест, Ки-Вест. Вот это самое главное. Это туда, куда я собираюсь. Вот я собираюсь на Ки-Вест. Это я все беру с собой. Tropical Ки-Вест в августе. Так, так, так. Iron. Так, Free Salt Sun. Нам это не надо. Забыл. Флорида Ки-Вест. Вот это тоже возьму. И Кей Травелин. Так, я поеду на Ки-Вест. Вот опять набрала сколько литературы. И возьму сейчас вот эту мап. Мап Ки-Вест. Оп, оп. Sorry. Еще взяла вот эту вот Ки-Вестовскую. Вот Ки-Вест. Вот здесь вот находится Майами. И вот с Майами едешь по островам, очень-очень длинные острова, и попадаешь на вот он Кипр, самый последний остров. И вот через океан проложены дороги. Едешь как будто по воде. Классная фотка. Так, ну что? Я думаю, достаточно видео я уже сделала. Пора фотографироваться с этими пацанами голенькими. Такие хорошенькие. Ничего. Или взять ручки, не надо, ручки у меня есть. Hi. Дали мне очки. What is there? Front connection. Can you show me again? Wow. How much it cost? Range from 30 to 45 on the Raider. Wow. And then we also have sunglasses, sports goggles. Wow. So good. Good idea. Oh, thank you. Thank you. Вот протереть сейчас эту. Такие хорошенькие. Это для собак все. Excuse me. Такие бейкеры. Это все для собачек здесь. Ну тоже у геев. Вот они как бы собрались все между собой. И вот они... А вот она, красавица собака. Они собрались, и вот они себе как бы друг у друга покупают. С тем, чтобы как бы поддержать друг друга. То есть не покупают где-то, а покупают именно... Excuse me. Вот лотерея разыгрывается бесплатно. Вот это Блюмен, то, что я говорила. Universal Studio. Выступление каждый вечер. Вот они там краской все обливаются. Вот тут можно что-то выиграть. Таким образом.